Рудометов Николай Васильевич – герой Советского Союза. Родился в деревне Большой Чуран Аханского района Пермского края. Начальник разведки дивизиона, гвардии старший лейтенант. В 1942 году окончил Смоленское артиллерийское училище, эвакуированное в город Ирбит Свердловской области. С июля того же года на фронтах Великой Отечественной войны отличился во время битвы за Днепр. В сентябре 1943 года Рудометов одним из первых переправился через Днепр в районе села Мишурин-Рог и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Лично провел разведку вражеской огневой системы и корректировал огонь дивизиона, благодаря чему было уничтожено около 30 пулеметов, 8 артиллерийских орудий, 10 батарей минометов и большое количество солдат и офицеров противника. В критический момент боя Рудометов вызвал огонь на себя, что позволило отбить контратаку. В том бою Рудометов получил тяжелые ранения.